Да и это не главное. Вот что отличает деловую женщину от женщины? Что? Походка. Ведь вот как вы ходите? Как? Ведь это уму непостижимо. Вся отклячится, в узел здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу, как будто свай вколачивает. А мы как ходим? Ой, неужели я так хожу, боже мой? В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. А можно научиться так ходить, или это недоступно? Ну, понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможного. Вы думаете? Для человека с интеллектом. Ну вот встаньте-ка. Оправьтесь. Ой, боюсь, что я не одолею эту ногу. Ерунда, справитесь. Не волнуйтесь. Голову вперед. Грудь вперед. Грудь? Вы мне льстите, Вера. Вам все льстят. Сзади подберитесь. А так? Спереди в себя живот. Как? Или там, или там? Делайте, что вам говорят. Все в себя. Все в себя? Так, и пошла на меня свободной походкой. Нога от бедра свободная пошла. Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина. Вы же женщина, а не солдафон. Вера, я уже забыла об этом. Пикантнее, пикантнее. И игривая улыбка. Вообще, пусть мужчины думают, что у вас все в порядке, дышите. Элегантнее пластику. И не надо брыкаться. Вы же не находится, а женщина... Ну, пошла теперь одна. Пошла, веселее. Куда? Людмила Прокофьевна, ну куда вы пошли?